Региональный бюджет на следующий год сегодня рассмотрел профильный комитет областной думы. Все другие комитеты его обсудили. В целом парламентарии одобрили проект и рекомендовали к рассмотрению, а также принятию на общем заседании думы. Моя коллега Яна Хромова рассказывает. Финальный аккорд перед обсуждением всем депутатским корпусом. Сегодня областные парламентарии из комитета по бюджету обсудили проект главного финансового документа региона на следующий год и предстоящую трехлетку. В этот период область намерена жить по средствам. По крайней мере, бюджет сформирован бездефицитным. Тратить регион собирается ровно столько, сколько планирует заработать. 2017 год по доходам и расходам 52,2 миллиарда рублей. На 2018 год 54,5 миллиарда рублей, на 2019 год 57,5 миллиарда рублей. Бюджет – это не постоянная величина, что бюджет будет меняться. И очень хорошо, если у нас будут расти и доходы, естественно, и расходы, тогда, я думаю, мы все наши программы все полностью решим. Депутатов профильного комитета интересовали источники доходов областной казны. Уже не первый раз был поднят вопрос пересмотра межбюджетных отношений. Сейчас львиная доля налогов области уходит в федеральный центр. Интересовали депутатов дотации муниципальным образованием, кредиторская задолженность перед организациями, работа правительства с госдолгом. Некоторые парламентарии высказывали опасения, что бюджет может не досчитаться огромной суммы – 1,5 миллиарда рублей. Планируется провести перераспределение акцизов за нефтепродукты в пользу федерации. То есть регион потеряет финансирование, а эти акцизы идут на формирование дорожного фонда. Губернатор по этому вопросу уже обращался, говорил, и правительство информировало Ярославское, значит, правительство Российской Федерации. С нашей стороны, я думаю, что нужно выйти на Государственную Думу Российской Федерации для того, чтобы нам сохранить уровень финансирования. В итоге обсуждений проект бюджета был рекомендован к рассмотрению и поддержке всем депутатским корпусом. Первое чтение бюджета состоится 22 ноября. Несмотря на то, что крайне напряженный бюджет, все, что касается социальных обязательств области, по социальному кодексу внесен и бюджет заложен. Вставал ряд вопросов, которые будут внимательно рассматриваться. Это и агропромышленный комплекс, несколько позиций. Это и касаемо и социальных сфер. Так что между первым и вторым чтением у депутатов и у правительства будет работа. Яна Хромова, Михаил Ларвов.